В настоящее время готовится к принятию закон, который существенным образом снизит налоговое бремя для отдельных категорий налогоплательщиков физических лиц. Идея законопроекта в том, что возможность налогообложения такого дохода, как материальная выгода, будут существенно ограничены. Напомним, что сейчас физическое лицо, получая в подавляющем количестве случаев заем от организации или индивидуального предпринимателя, вынуждено платить налог с разницей между процентами, установленными законом, и фактически уплачиваемыми по договору. После внесения изменений в налоговый кодекс такая налоговая база будет возникать только в случае, если кредит, заем был выдан взаимозависимым с налогоплательщиком лицом. Это существенно расширяет возможности по привлечению физическими лицами кредитования для совершения дорогостоящих покупок, в том числе получения кредитов в иностранных банках, в которых ставка по кредитам гораздо ниже, чем в России.